Так, всем привет! Будем делать экспериментики. Давно уже я пытаюсь на декоративку, то есть на венецианочку, нанести какой-то лак, но у меня ничего не получалось. И почему ничего не получалось? Потому что лак я пробовал на второй день, он слазил просто пленкой целую, короче. И ну, декор оставался типа незащищен. Ну вот здесь я нанес лак, обычный недорогой лак, вот пожалуйста, на водной основе, я так понимаю, это полиуретановый лак, и вот я его пытался типа шлифануть и полирнуть. Ну, как бы результат меня потешил немножко, то есть я вижу, что он уже не пленочка, не сдирается, то есть дал ему просохнуть, и все хорошо. Вот где вы видите, есть такие проблески, вот проблеск. Это я, получается, дотерся до декоративки. То есть есть нюанс. Дошлифовался. То есть перед тем, как лаковать, нужно идеально все прошлифовать, чтобы не было вот таких торчков нигде. Я даже подозреваю, что придется под лак покупать пожестче саму подошву, то есть голову на шлифмашинку, и ею делать и подготовку, и потом опять же подбирать жесткость и делать уже саму шлифовку и полировку лака. Вот этот лак мне не особо нравится, но плюс-минус я уже пошел в эту сторону. Что я собираюсь сделать? Я собираюсь взять 10 кубиков самого лака и 3,5 кубика затвердителя. Добавлю еще туда немножко водички и это все залакую. Прежде чем лаковать, вот вы видите, у меня здесь отполировано, я возьму даже заматирую какую-то часть. То есть, вот, например, возьму центр, заматирую. То есть возьму скотч-брайт и скотч-брайтиком пройдусь. И увижу тогда я, после того, как я все вот это сделаю, после того, как я залакую, я увижу, стоит ли заполировать, держится лак полированному, лучше ли заматированное. То есть, насколько я знаю, по адгезии, конечно же, лучше, если оно матовое, а не глянцевое. То есть адгезия лучше. Потому что типа площадь сцепления тогда немножко больше, и в рытвинах остается больше материала. Обозначим, где у нас мат. Так. Берем 10 кубиков. На вид молоко, по консистенции молоко, на запах пахнет какой-то грунтовкой, пахнет как грунтовка. Так. И берем второго компонента. Не знаю, как лак какой-то пахнет. Растворителями вроде бы не воняет.
Прозрачный. Да, водичка его размешалась. Вышел такой грунт. Я думаю, можно делать его в два раза меньше на такую площадь. То есть это слишком много я сделал. Все, и будем наносить грунт. Да, его слишком много я замешал. Нет, нормально. Поставлю я вентилятор, и вентилятор будет немножко обдувать. И таким образом, я думаю, мы немножко ускорим процесс до нанесения самого лака. Ну, пока пойду другую работу сделаю. Все, инструмент моем. Так, это грунтовочный слой. Вот вы видите. Вот так он блестит. Замешал я 10 кубиков лака. Здесь все вместе около 13-13,5 кубиков. Прошло уже около 5 минут после того, как я замешал. И будем сейчас долаковывать. В рекомендациях пишет, что нужно, чтобы прошло 24 часа между слоями. Но так как это грунтовочный слой, я поставил вентилятор, и он немножко его обдул, ну где-то прошло полтора часа, плюс-минус, на отлип оно, то есть нету никаких, то есть прилипаний, оно обдут. Влага, думаю, вся вышла, которая была. Думаю, ничего страшного не будет, если нанесем не через 24 часа. Ну и плюс это будет эксперимент. Потом вы узнаете, хорошо так делать или нехорошо.
Вот. И наносим второй слой лака. Так, стоит наждачка 600-я. Начну я с 600-й. Хочу посмотреть, как будет получаться съем. Ну и потом, наверное, возьму, поставлю сеточку 1000. Увидим, как сейчас оно будет. Я смотрю, оно отлично матируется 600-й наждачкой. Думаю, способ этот подойдет. Я сейчас лампу разверну, чтобы мне было отблеск видно. Вот когда будет виден отблеск, тогда я буду видеть, где я уже проработал. Смотрю, 600-ка справляется.
Монтируем дальше. Ставлю кисточку. Ну и что, пробовать полировать. Полировочка у нас 600-я, тупая.
поверхность, напоминающая мрамор, присутствует. То есть вот я смотрю скольз, отражение есть, то есть отражение видно. Сейчас я возьму лампу. Лак, ларлак. Венецианочка Венедик. И сама структура, фактура набивалась с помощью Макси.